3 июля – день памяти нашего легендарного земляка-космонавта Андриана Николаева. Он ушел от нас 12 лет назад, но чуваши и России по-прежнему помнят и чтут его заслуги в деле освоения космоса. Андриан Николаев был третьим космонавтом, но в его биографии много моментов, когда он был первым. Первым работал на орбите без скафандра, первым участвовал в военном эксперименте. С Валентиной Терешковой они стали первой звездной парой, а их дочь Елена – первым в мире ребенком, родившимся в космической семье. После первого полета связал свою жизнь с работой отряда космонавтов. В 1964 году стал его командиром. На родине в Чувашии Андриана Григорьевича всегда встречали как героя. Он заслуженно стал объектом всенародной любви. Его именем названы улицы, школы, отряды юных космонавтов. В музее в Шоршилах никогда не бывает пусто. Мы помним, мы гордимся вами, Андриан Григорьевич.